Я думаю, что в самом деле идея Фрая, чтобы опера продолжала жить здесь у нас в России, да, он хочет ее в Сочи показать, а даже ставить в театре, который рождается. Я думаю, что это хорошая идея, мы поможем, конечно, мы приезжаем в Санкт-Петербург, но с ним сотрудничаем, поэтому мы будем продолжать. Спасибо. Настроение? Настроение шикарное. Праздничный, как всегда. Да. Не дождутся. Да, молодцы. Мы всегда, ох, впереди. А погода, да? Погода шикарная, что, да. Да, как мы, похоже, уже на 3-0. Заказывать. Скоро будет 3-0. Да. Для приветственного слова на сцену приглашаются музыкальный руководитель фестиваля «Опера всем» Фабио Мастранджело, директор Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзикл» Юлия Стрижак, режиссер-постановщик оперы «Царь и плотник» Ханс Йоахим Край. Добрый вечер. Господи, какой голос, да? Вы знаете, результаты как-то заранее не объявляются обычно. Мне кажется, что сегодня точно будет 3-0. То есть имеется в виду фестиваль «Опера все 3», санкт-петербургская погода 0 пока. То есть мы все три оперы, которые до сих пор играли, как-то состоялись. Сегодня я не вижу проблем. Еще, конечно, можно спокойно сказать, что если были бы сомнения о том, что любит ли Бог нас, уже сегодня исчезали все сомнения. Он любит. Спасибо. Я желаю вам хорошего спектакля и нам тоже. Спасибо. Дорогие друзья, постановка спектакля «Царь и плотник» немецкого композитора Лотцинга. Это специальный гость фестиваля «Опера всем». Фестиваль «Опера всем» проводится в Санкт-Петербурге в 11 раз. И в 11 раз такое большое количество людей, и любителей музыки, и те, кто еще только на пути к любви к музыкальному искусству, приходят, чтобы послушать оперные спектакли под открытым небом в самых красивых местах Санкт-Петербурга. Сегодня мы с гордостью представляем нашу оперную постановку в Кронштадте. Мы это делаем впервые, но, как вы знаете, мы стараемся подобрать место под оперное произведение для того, чтобы гений места позволил еще лучше выразить суть задуманного композитором и либретистом. Здесь, на Якорной площади,
Кронштадта перед Морским собором будет разыгрываться действие, которое происходило много лет назад в Саардаме, где царь Петр I инкогнито изучал корабельное дело. А корабельное дело в России, как известно, началось тоже в Кронштадте. Вот так вот звезды сошлись. Постановку осуществил наш большой друг, немецкий оперный режиссер Ханс Йоахим Фрай. И он любезно пошел на то, что речитативы, все разговоры будут на русском языке, а, естественно, все арии, все хоровые ансамбли будут исполнены на языке оригинала. Но я думаю, что вам это только доставит особое удовольствие. Вы будете чувствовать себя, как будто вы находитесь в Европейском театре. В основу этого произведения положен культурный миф о Петре I, о том, что русский царь проходит обучение в европейском городе наравне с простыми людьми, не шванливый, не требующий особого поклонения. Такой образ был симпатичен европейцам, а нам было интересно показать европейский взгляд на нашего императора, царя Петра I, 350-летие которого, с днем рождения, мы отмечаем в этом году. Я желаю получить вам истинное эстетическое наслаждение. Проект проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского фонда культурных инициатив. Благодарю вас. Добрый вечер, дамы и господа. Я говорю английски, пожалуйста. I'm very glad to produce this opera for you, for this orchestra, for this wonderful theater today evening. Я счастлив быть постановщиком этого музыкального произведения для вас, для этого оркестра, для всех жителей Петербурга сегодня и здесь. The opera Tsar Peter the Great is a German opera which composed 1837 by Albert Lortzing. And it's a very humanitarian and patriotic story from a German composer about the great Tsar Peter I. Это особенная опера. Она была написана в 1837 году композитором Альбертом Лотсингом. Это очень гуманная опера, полная патриотизма. И эта опера написана немецким композитором о русском царе императоре Петре I. For me, it's very important to make this opera just today, just in this time, for the 350th anniversary of the birthday of Tsar Peter the Great, but in the same time to show that we are one European house, one European history, and culture is without any border and sanction. Culture is international. And I'm very glad that today we show this for the example of the story of Tsar Peter the Great. Для меня имеет особое значение ставить эту оперу именно сегодня, именно сейчас, в этом месте, в 350-летнюю годовщину Петра I. И это очень важно для меня, показать, что мы единый европейский дом, единая история, культура, не знающая границы санкций. Я счастлив рассказать эту историю о Петре I. But it's an opera comique. You can enjoy this opera, this game which is around when Tsar Peter the Great was 1797 in Saardam. It's a real story, and how he learned to build ships by the Holland. He really studied, and 5 years later he came back and founded St. Petersburg here. Это опера комическая, и вы должны получить от нее удовольствие. Это игра, разворачивающаяся вокруг царя Петра I, который приехал в 1797 году в Саардам и в небольшом городе изучал корабельное дело, чтобы потом вернуться и основать Санкт-Петербург. I want to say thank you. Thank you to Fabio Mastrangelo. Thank you to Julia Strichak for the possibility
to present this opera for you here in this historical place in Kronstadt. Here where the Russian Marine is at home and where Tsar Peter the Great started all his ideas 300 years ago. Я хочу выразить свою глубокую благодарность Фабио Мастранджело, Юлии Стрижак за эту возможность поставить оперу здесь, в историческом месте, в Кронштадте, месте, где зародился российский флот, где рождались самые лучшие идеи Петра. I wish you a wonderful, enjoyable evening here in Kronstadt, in front of this wonderful cathedral. Спасибо. Хорошо вечер. Спасибо огромное. Чудесного вечера здесь, в Кронштадте, под сенью этого удивительного собора. Я желаю вам получить истинное наслаждение от музыки. Спасибо. За поддержку в проведении фестиваля оргкомитет оперы всем благодарит губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Михайловича Петровского, комитет по культуре Санкт-Петербурга и лично его председателя Федора Дмитриевича Болтина. Мы благодарим администрацию Кронштадтского района и его главу Олега Анатольевича Довгонюка. Показ оперы «Царь и плотник» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы благодарим фонд и его генерального директора Романа Карманова. Также показ оперы проходит при поддержке фонда Art Bridge. Мы благодарим нашего многолетнего спонсора фестиваля ПАО «Банк Санкт-Петербург». Банк Санкт-Петербург – это надежность, ответственность, внимание, будущее. Обращаем ваше внимание, что прямую трансляцию оперы ведет телеканал «Санкт-Петербург». Мы традиционно благодарим коллектив телеканала «Санкт-Петербург», который является официальным информационным спонсором фестиваля, и его генерального директора Александра Малькевича. Приятного просмотра. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Благородством вашего решения, следуя которому вы покинули ваше владение с тем, чтобы узнать у народов Европы о тех достижениях, которые со временем обеспечат благоденствие вашего народа. Но сейчас настало время поставить цель нашего путешествия. Уже год, полагаем, что не канули в лету времена Федора и Ивана. Предатели поплатятся за все. И судьбу я решу одним махом. Иди, приготовь все к моему отъезду. Ступай! Thank you.
Ich bin der Wahnsinn, und für mich steht das Mischel.
Читай громче, чтобы слышали все.
Господин бургомистр! Для генеральных штатов очень важно получить сведения обо всем, чем занимается работающий в настоящее время на верфи Сардами чужестранец, который именует себя Ветром. Меня раскрыли! Это обо мне? Но мне тоже важно это знать. Секвенс, мой дорогой друг, что означает, а? Продолжай. Примите все меры с тем, чтобы этот чужеземец не покинул Сардом, и докладывайте мне незамедлительно обо всем, что станет вам известно. Имею честь быть вашим покорным слугой. Это все? Да, господин бургомистр. Ну что ж, я беру это дело под свой личный контроль. Как говорится, казус конфузус. Вот так. Боже, Райан, я надеюсь, вы не станете искать злодеев среди моих людей. Я добропорядочная нидерландка. Именно поэтому я приказываю вам немедленно вызвать всех своих людей сюда. Как говорится, тутти! Let's go.
Касается, ведь я бургомистр, и я должен все знать, особенно с кем общается моя племянница. Послушайте, я считаю Петра Иванова правильным парнем. А сейчас мне пора заняться своими делами, поэтому Бог в помощи, господин бургомистр. Одно мгновение, мадам Бром. Я слышал, что сегодня вечером вы устраиваете трапезу, это так? Да, мой старший сын женится, вы, конечно, о том знаете. Я не имею ничего против того, что ваш старший сын замечательный, буду обязательно. Могу ли я найти здесь господина бургомайстера? Да, пожалуйста, он тут здесь. Это господин бургомайстер. Мне нужна ваша помощь. Это тот самый англичанин, который ошивается здесь уже несколько недель. Да, я вас слушаю. Вы должны помочь мне найти одного молодого человека, который работает здесь, под мастерью. Я могу поинтересоваться, из какой страны этот человек? Я ищу одного русского. Русского? А его часом зовут Непёдов? Вы знаете его? Я его не просто знаю, у меня есть приказ его арестовать. Господин бургомайстер, ваше счастье в ваших руках. Что вы имеете в виду? Постарайтесь разузнать этого русского, что он думает насчет Англии. Англии? Да. И постарайтесь сделать это так, чтобы... Он ни о чем не догадался, а в особенности, чтобы французский посол вас не перевел. Французский посол? Если все будет хорошо, вас ждут 2000 фунтов. 2000 фунтов? Где я смогу вас найти? Сегодня вечером мадам Гром устраивает трапезу. Интересующий вас шарик тоже там. Грейт! Я к вам приду. Постарайтесь делать все очень тихо. Помните, дело не хитрое, но очень важно. Я весь ваш слушатель. 2000 фунтов. Господи, что только всем нужно от этого Иванова? Он либо принц, либо проходимец. Абсолютно точно. Да, когда дело идет, когда речь идет о делах государственных, да? Нельзя позволить, чтобы они попали в какие-то ненадежные руки. О, боже! Это вы! Вот сейчас я все перерываю. Приветствую вас, дорогой Иванов. Его дорогой Иванов? Похоже, ему не будут шерсти. Учтивый тон. Ну что ж, дорогой Иванов, вы можете быть спокойны. Ваша тайна полной безопасности. Похоже, он все знает. Уважаемый господин бургомистр, вы получили известие от моего полковника? Полковник? Выходит, англичанин еще и полковник. Вы можете не переживать, французский посол ни о чем не знает. Французский? Вы хотели сказать русский? Нет, я хотел сказать французский. Английский полковник обо всем позаботится.
Ничего не понимаю, ты еще весь английский полковник. В общем, господин Иванов, вы можете не переживать, вы находитесь в полном безопасности. Господин программист, я-то думал, вы будете против меня. Я против вас? Как вы могли такое подумать? Разве я могу быть столь неполиткорректным? Thank you.
Es hat verliebt, es hat vergisst.
Thank you.
помните, что я вам говорил? Как раз помню, подмастерье. Вы помните, что я вам говорил сегодня утром? Слыва? Да, он либо принц, либо проходимец. Однако, господин бургомистр. Либо принц, либо проходимец, другого не дано. Господи, какую чушь. Oh, there's a fruit by tomorrow.
там, и трусить, и трусить. Thank you.
Thank you.
Alles wird voll, alles wird voll.
sehr voll fühle, es soll der Form mit Präzision riskiere. Nein, Он же не может на мне жениться.
царицей? Царицей? Ну, царицей, наверное, быть не так уж и плохо, если при этом любить друг друга. Ну, как мне говорили, у высокопоставленных господ любовь долго не держится. Да и зачем мне муж, который деньги свой будет занят правительственными делами и совсем не будет заботиться обо мне? Ну, и что же тут поделать? Уговорите его отказаться от престола. А зачем он ему? Множество людей, доставляющих ему одну головную боль. Забот бесчестия. Война круглый год. А в итоге ничего путного. Но он же может помочь тысячам людей. Ну, это да. Меня радует, когда я могу помочь одному единственному человеку. А его ждут тысячи. Да, он должен исполнить свой долг. Даже если это и разобьет мое сердце. Только сейчас я чувствую, как люблю его. Ну к чему все эти причитания? Зачем он появился здесь, как Петр подмастерье, и завоевал мою любовь? Почему не сразу, как царь? Я бы не знала, на что рассчитывать, и смогла бы подготовиться соответственно. Соответственно, вероятно. А теперь, милая Мария, одно словечко всерьез. Ваше счастье дорого моему сердцу. И если мой план удастся, то я сегодня же отправлю вас в объятия Петра Иванова. В объятия царя Иванова? Царя или нет, но достаточно уже того, что я вам обещаю, вы станете его женой. Если это случится, вы будете лучшим человеком на свете. Ах, Михайлович, вы такой таинственный. Ну, считайте меня кем угодно. Но я вам обещаю, что Петр Иванов будет вашим мужем. Мужем? А, счастливые люди, как я им завидую. И будущее встретит вас с улыбкой, как в детстве деньки золотые, когда душа не ведала забот. Что ж ты,
здесь вообще происходит? Бургомистр называет меня величеством. Мне дают почетный краун. Мне славословят. Хотя мне, в общем, все нравится. Главное, чтобы мой командир ни о чем не узнал. Еще вопрос, господин Михаил. Это вы, ваше величество. Мария, а ты что здесь забыла? Подло, 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 под
который должен был отправить меня в море. Михан, ты здесь так нельзя, кстати. О? Да ты понимаешь, что твоя жизнь в опасности. Народ решил объявить одного царем, а другого беглецом. Ну, если царь это я, то ты, следовательно, беглец. Народ безумствует, но мне все едино. То есть все так серьезно? Да. Ничего страшного. Смотри, держи. Все равно я отсюда уеду, через час меня здесь не будет. Держи. Читай. Что это? Я назначаю тебя своим тайным секретарем и беру на свой корабль. Откуда у тебя эти документы? Ну, ты великолепно! Ты понимаешь, что их величеством достается всякое. Вот сегодня встретил английского посланника, он мне передал документы, деньги, яхту и сказал, что поможет мне уехать. Великолепно! Мы спасены, это точно. Я беру тебя с собой, если хочешь. Это я беру тебя с собой. А, все едино. Не все едино. Что будет с Марией? Ну, в этом случае, вот тебе документ. И поклянись, что ты не откроешь его в течение следующего часа. Опять ты про этот час. Давай сюда уже бумагу. Поклянись, что ты не откроешь эту бумагу в течение следующего часа. Клянусь, хорошо. Давай, сюда мое счастье. Обещай. Ты не откроешь эту бумагу в течение часа, здесь твое счастье. Обещаю. Ты обещаешь когда-нибудь счастливым. Замечательно. Давай мне мой паспорт, хорошо, я согласен. Ты не хочешь? Согласен. Паспорт. А давай. Паспорт ты получишь потом. Ну, Михайлов, я все сказал. Черт тебя побери! Ein Fenster, 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 ein Fenster
Thank you.
Yeah.
оркестр театра Мюзик-холл «Северная симфония». Дирижер Павел Мастранджело. Хор театра Мюзик-холл. Кормейстер Лев Гулаев. Балет театра Мюзик-холл. Режиссер Михаил Козлов. Федор Михайлов, Федор Первый, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин. Ван Бек, бургомистр Саарбама, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Гулянский. Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артём Мельников. Маркиз де Шапале, французский посланник. Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Дмитрий Калиушкин. Марин, племянница бургомистра. Солистка театра Мюзик-холл Татьяна Висель. Английский посланник, солист театра Мюзик-холл Сергей Чепурков. Вдова Гроле Елена Кнап. Генерал Викор, русский посланник, солист музыкального театра Республики Корея Юрий Зарятов. Ассистент режиссера Екатерина Курсенко. Ответственный концертмейстер Ирина Теплякова. Художник-постановщик Петр Опинов. Музыкальный руководитель фестиваля маэстро Павел Мастранджело. Режиссер-постановщик Ханс Йоахим Райт. Директор фестиваля, директор театра Мюзик-холл Юлия Стрижан. Genau!
Да. У меня старший брат архитектор. Я работала с ним хорошим. Да вы что? Артист. Сейчас видео, наверное, идет. Конечно. Ну да, это я уже разгадал фишечку. Так, вроде снимаемся, а вроде как бы запечатляем живой народ. Замечательный певец. Давай, театр, мюзикл. Спасибо, да, это мой.